Минздрав России подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий запрет курения у подъездов многоквартирных домов, сообщает газета «Известия». Законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов, был внесен в Госдуму в июне этого года. Действующее законодательство запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Проект положительного отзыва в данный момент находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвитии, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре. В России на данный момент действует антитабачный закон, принятый в 2013 году. Согласно ему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в Российской Федерации.